Дети-сироты в Ивановской области получат новую форму поддержки. Изменения в статью регионального закона депутаты приняли в первом чтении. Социальная поддержка предусмотрена для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на очном обучении в учреждениях среднего профессионального звена. Им будет возмещена полная стоимость проживания в общежитии. Выплата будет начисляться и в том случае, если при образовательном учреждении нет общежития. До настоящего времени в действующем законе о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот такой нормы не предусмотрено, а федеральное законодательство ее не исключает.